Императорский дворец в Токио. Здесь прошли переговоры президента Садыра Джапарова и императора Нарухито, а также первой леди Айгуль Джапаровой и императрицы Масака. Для Кыргызстана Япония – дружественная страна. Это отметил Садыр Джапаров, пожелав новой эре рейва, а это новый период в японском летоисчислении, который начался в 2019-м, когда на престол вступил нынешний император неизменного процветания и благополучия. Переговоры на высшем и высоком уровнях на этом не завершены. О том, что этот визит является историческим, президент отметил на встрече со спикером Палаты представителей парламента Японии Фукусиро Нукага. Такие переговоры, безусловно, вселяют большой оптимизм в наращивании двустороннего взаимодействия. Укреплять, как сказал Садыр Джапаров, важно и межпарламентские связи. Кыргызстан со дня обретения независимости стремится к демократическому развитию. В этом контексте глава государства выразил благодарность японской стороне за продолжительную поддержку Кыргызстана на благо укрепления демократии и социально-экономического развития страны. А о том, что отношения между Кыргызстаном и Японией развиваются на доверительном уровне, констатировал спикер Палаты представителей парламента Фукусиро Нукага. Он также отметил развитие демократии в Кыргызстане, подтвердив заинтересованность в дальнейшем расширении межпарламентского сотрудничества и по традиции в духе взаимопонимания. Кыргызстан и Япония сегодня активно сотрудничают буквально по всем спектрам, и большой потенциал имеет именно торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. Деловые круги двух стран на бизнес-площадках встречались неоднократно, чтобы вывести сотрудничество на новый уровень. А потому и в весьма насыщенной программе этого визита ключевое место отведено также встрече Садыра Джапарова с представителями ведущих японских компаний. Аяна Дюшекеева, Исентура Быкеев, Алатау 24.